Причин для паники и ажиотажного спроса на товары нет, заявил сегодня губернатор Александр Ус во время заседания оперативного штаба. Там рассматривался вопрос по обеспечению устойчивости экономики края. И по словам главы региона, запасов сейчас достаточно. Однако ситуация с ценами не радует. Эксцессов много. Слишком много, особенно действительно в небольших торговых точках и в северных территориях. В этой части я попросил бы вот все наши инстанции от прокуратуры, ФСБ, УВД и прежде всего органы муниципальной и краевой власти обратить внимание именно на это, на отдаленные местности и северные территории. По данным Министерства сельского хозяйства и торговли региона, объем товаров по разным категориям имеется на 50 дней и более. При этом ассортимент крупных и мелких торговых сетей постоянно обновляется за счет новых поставок. Цены контролирует антимонопольная служба по краю. На прошлой неделе она совместно с прокуратурой края провела рейд по торговым сетям Красноярска. Были выявлены нарушения при ценообразовании, в том числе и на сахар. Помимо этих вопросов, Александр Ус обратил внимание на питание в больницах, школах и детских садах. Он поручил выделить на это больше денег, потому что качество и ассортимент продуктов при любых условиях не должны стать хуже.